Я больше не смогла терпеть и пошла закрывать этот магазин. Все потому, что несколько дней назад я пришла в магазин техники с проблемой, что у меня закончилась память на телефоне. И мне нужно что-то, куда можно будет это все скинуть. Мне дали вот такой хард, флешку на 1 терабайт. Я очень долго убеждала их, что это очень-очень мало, потому что это всего лишь две памяти моего телефона. Я реально смогу заполнить этот терабайт буквально за неделю. И причем такая флешка не из дешевых удовольствий, но все же я ее купила, пришла домой, начала скидывать. И, как я и говорила, заполнилась она у меня буквально за 5 дней. Конечно, я понимаю, что они в этом особо не виноваты, поэтому я не пошла ничего предъявлять. А вместо этого я нашла очень классный способ. Я когда о нем узнала, была просто в шоке. Для него нужен только телефон и приложение Telegram. Заходите в Telegram, нажимаете на вот этот значок и нажимаете «Создать канал». Делаете его частным, чтобы никто не мог в него войти, и все. Нажимаете на скрепку, и теперь вы можете выгружать любые фотографии и видео прямо вот сюда. Но, ребят, есть один момент. Когда вы выгружаете свои фотографии и нажимаете на вот эту скрепку, вам сначала будет просто показаны фото и видео из вашей галереи, но вам нужно нажать именно на файл. Потом нажимаете «Выбрать из галереи», и здесь уже вы выбираете. Так фото и видео грузится немного дольше, но зато не теряет своего качества. Вот мои первые фотографии я выгрузила просто так, и теперь, когда я их открываю, у них просто отвратительное качество. Поэтому обязательно нажимаем на скрепку и нажимаем на файлы, и потом нажимаем «Выбрать из галереи» и выгружаем только так. Но теперь самое главное, после того, как мы выгрузили все фотографии, мы нажимаем на «Настройки», «Данные» и «Память». Нажимаем «Использование памяти» и тупо «Чистим». После этого все файлы, которые вы выгрузили, можете удалить из своей галереи и из недавно удаленных. И все, таким образом у вас бесконечная память, и вы можете также называть свои файлы, чтобы их не потерять. А что вы думаете по этому поводу?